Это будет битва. Это будет битва между Карфагеном и Римом. С одной стороны, управлять войсками буду я, а с другой стороны, будет управлять войсками Римской империи искусственный интеллект. Хотелось бы сразу сказать, что все много записывают кампании именно прохождения Рим 2 Total War. А мне хотелось бы уделить немного времени именно битвам, ну, чтобы показать, в принципе, состав юнитов каждой фракции, как они между собой взаимодействуют по возможности на поле боя, какие из них самые мощные, так сказать, в плане битвы, которые решают исход сражения. Собственно говоря, я буду играть на очень тяжелом уровне сложности, то есть тут надо будет как-то маневрировать, пытаться что-то делать. Я, собственно, не стремлюсь выиграть все битвы, которые будут. Я буду не одну разыгрывать. И, скажем так, хотелось бы, чтобы все увидели вообще, как выглядят битвы, потому что часто люди играют на второсчете и теряют много впечатлений именно от проведения битвы в реальном времени. Посмотреть на графику, там, не знаю, проявить свой полководческий гений, у кого он есть, а у кого его нету, то просто хотя бы попытаться окунуться в то время, когда это все происходило. Ну, конечно же, это будет первая битва, которую я запишу. Это будет, скажем так, эпичное противостояние заклятых врагов Карфагена и Рима. Выбрал я Карфаген, потому что, скажем так, выбирая между Ганнибалом Баркой, известным полководцем, и Юлием Цезарем, я выберу первого, именно Ганнибала Барку. Мне больше симпатизирует Карфаген, поэтому попробую за него поиграть. Ну, собственно, выберу карту. Здесь, в принципе, не так, ну, не огромное количество локаций, но все же есть. Вот и выберу Карфаген. Как раз таки здесь будет огромное место для маневра и так далее, чтобы можно было хорошо видеть действия врага, вовремя на них реагировать, потому что на очень тяжелом уровне сложности не будет мини-карты, которая показывает передвижение отрядов на поле боя. Собственно, время ночи будет день, почему-то стояла ночь, пускай это будет лето, туман нам не нужен, то есть будет сухо. Значит, со своей стороны я бы хотел быть, давайте, стратегом, а у римлян пускай будет истинный воин. Берем. Состав армии. Значит, постараюсь сделать более-менее сбалансированным этот состав. Конечно же, выберу полководца на слоне. Также вместо кавалерии я возьму боевых слонов. Я понимаю, что можно один отряд только взять. Ну да ладно, возьму два таких. Хорошо. Что касается пехоты, вот тут вопрос: взять африканских пикинеров, либо взять ливийскую пехоту, либо священный отряд, у которого стоимость просто немеренная. Я думаю, что я остановлюсь все-таки на африканских пикинерах вначале, потому как центр кому-то держать все-таки придется. Что касается фланговой работы, ну, у меня, собственно-то, и денег не так много осталось, поскольку я набрал элитные войска. Один только отряд африканских слонов. То есть, вы, чтобы понимали, в игре, в компании, чтобы содержать такую армию, нужна неплохая очень экономика, потому как это очень дорогостоящие юниты, ну, одни из самых дорогих, собственно, в этой фракции конкретно. Что хотелось бы еще взять... Но это класс, поэтому я думаю, что я все-таки фланги буду прикрывать обычными юнитами, не слишком навороченными. У меня получается, что нету стрелковой никакой пехоты, от слова совсем, поэтому все-таки наберу вот копьеметатели. Это самый
простенький. Ну, собственно, вот тот бюджет, который был, я его потратил вот на такой состав армии. А, слоны я убирать не буду, потому что, ну, скажем так, когда я играл раньше, мне нравилось с ними действовать по флангам. Что касается Рима. Как известно, римляне победили Македонию по истории, благодаря тому, что их легионеры, они были с короткими мечами, собственно, как вся тут тяжелая пехота римская, они между пиками просачивались и вырезали пикинеров в ближнем бою. Посмотрим, как получится здесь. Не хотелось, хотелось бы какой-то сохранить баланс, но все-таки полководца выбрали, значит. И теперь вопрос, кто будет сражаться с их стороны. Я бы склонился, конечно, взять противнику когорту легионеров, пускай так и будет. Пускай это будет когорта легионеров. Тоже неплохо. Пускай у них будет когорта легиона. Пускай у них будут, допустим, тоже 4 отряда стрелков, чтобы более-менее сбалансированная битва была. А также я думаю, что можно добавить какой-нибудь средненькой пехоты, например, гастаты. Но видите, на бюджет тот же самый. Получается, здесь больше даже отрядов, еще и деньги остаются. То есть, собственно говоря, вот такой набор войск является не слишком хорошим с точки зрения баланса сил. И, скорее всего, я не затащу такую битву. Скорее всего. Как известно, Рим победил Карфаген в войне. Посмотрим, что будет в этот раз. Поехали. Да. У меня нет преимущества по количеству войск. Посмотрим, на что способны карфагенские пикинеры. Конечно же, с точки зрения проведения этой битвы, мне не стоит покидать возвышенность для того, чтобы у меня было преимущество в битве. Но я не знаю, пойдет ли Рим на первый в атаку. Вот, собственно, мои войска. Это обычные слоны, это слоны генеральские. Собственно говоря, пикинеры, которые еще пики свои не выкинули. Ну хорошо. Хорошо. Будем пробовать в любом случае что-то делать. Каким-то образом маневрировать. Но сейчас надо посмотреть, что будет делать Рим, ну, искусственный игрок. Пойдет ли он на сближение? Если пойдет на сближение, то, конечно, я вперед бежать сломя голову не буду. Желательно было бы здесь как-то занять, перекрыть фланги. И тогда, если они на меня пойдут, пикинеры могут попробовать удержать это все дело. Поэтому я потихоньку сюда перемещусь, поближе к этой горе. Ничего страшного, если даже начнется битва. С того, что мне придется перемещаться. Ничего страшного. Ну, собственно, поехали. Значит, они сконцентрировались. Да, это печалька. Это печалька, потому что они сейчас займут этот холм. И мне придется маршировать на холм. Это не очень хорошо. Ну да ладно. Если так, то так. Ничего я с этим не поделаю. Буду занимать подножие горы позиции. Слоны будут как ударная группа фланговая. Я думаю, по-другому у меня не получится их использовать в этом сражении. В
Собственно, я не знаю, что из этого получится или не получится, но как можно наблюдать, они просто расположатся сейчас вот в линию расположатся, да и все. Как я буду действовать? Я, наверное, все-таки попробую начать атаковать с фланга. Потому что я не уверен, что противник, да, 100% они не пойдут в первую атаку. Они будут ждать, пока я пойду в атаку. Это хороший вопрос. Чем в таком случае все закончится? Чем бы не закончилось, будет, я думаю, интересно понаблюдать. Вот видите, в чем особенность этих карфагенских гоплитов. Вон там Карфаген. Собственно, его подножья и реальная битва проходила. Но, скорее всего, не с таким составом. Так вот, особенность такая, что эти гоплиты могут сражаться как пехота ближнего боя, но с мечами. А если же я выберу фалангу пикинёров, то тогда они смогут встать в стену копий и держать на расстоянии пехоту врага. И это очень интересно, потому что в разных случаях по-разному можно применять такую пехоту. Здесь можно увидеть такую особенность. Они сейчас стали на холме и, ну, так достаточно кучно в стандартной расстановке Римской империи, как они любят. Затем начнут маневрировать, либо же толпой побегут, в чем я сомневаюсь. Поэтому я сейчас, скорее всего, попытаюсь как-то сузить, что ли. Вот фаланги нужно пустить вот в этот, вот эту расщелину. И затем встать в стену копий и атаковать. Слонами я попытаюсь их обойти, но я предполагаю, здесь еще стоят войска. Будет очень трудно, скорее всего. Если они начнут обходить, подключатся гоплиты, которые тоже задача их просто держать воинскую армию. Поскольку больше вряд ли я смогу сделать, у меня численного превосходства нет. Я, конечно, могу попробовать покошмарить слонами с фланга. Я не думаю, что с этого что-то хорошее получится. Совершенно так не думаю. Да. Собственно говоря, сейчас я начну действовать вот этими ребятами. Пробовать спровоцировать врага. Ну, опять-таки, непонятно, что из этого выйдет. Скорее всего, ничего хорошего. Ну вот. Началось какое-то движение. Вперед. Стоять. Вот они, в принципе, атакуют. Отлично. Так, друзья, будем пробовать. События разворачиваются. Не так, как я предполагал. Но, в принципе, я сейчас уже на нашего военачальника напали. Сражаюсь. Здесь вот конница врезалась в тыл моим пикинерам. И мы их отсюда выгоняем.
Нужно заблокировать проход. Что касается здесь направления, будем внимательны. Видно, это однозначно. Здесь нужно, чтобы они можно дольше держались. Так. Вот тут мы сейчас используем пехоту по назначению. Так. Могут быть проблемы. Так, надо отвести сейчас слонов. Вот лучше всего аккуратненько с ними поднимемся. Сейчас попытаемся отвести и вновь нанести удар. Давайте, давайте, друзья. Что касается ливийских пикинеров, они, по-моему, пока что отлично справляются, держат. Но есть проблема с боевым рашем, да? Вперед, ребята, вы обходите. Боевой раш — это нехорошо, мне лучше сносить все на своем пути. Так. Наши остались парни. Без снаряжения. Пожалуй, пора выходить. Вот здесь фланг начинает трещать. Ну, опять-таки скопление русских войск. Атакуем, атакуем. Наши бегут с поля боя. Какой позор! Кто-то убежал уже с поля боя. И этот кто-то — это ливийские копейщики, эти они слабые, у них слабый боевой дух, но я сумел потеснить римлян в этой части. Теперь нужно перемещаться на этот фланг. Копьеметатели пока особо не представляют угрозы. Мы тем временем заходим в тыл. Наши впали в боевой раш. Это очень хорошо. Боевой раш — это плохо. Раш. Так, где? Это не очень хорошо. Мои слоны меня не слушаются в данный момент. Хорошо. Поехали. Сюда. Так, друзья, видите. Нужно на этот фланг двигаться. Друзья, товарищи. Все складывается в нашу пользу. Так. Ну, собственно, битва получилась выигрывать. Чему я очень удивлен. Потому что, честно говоря, я думал, что в меньшинстве не получится. Но, как вы смогли увидеть, если превосходящие силы врага, причем хорошо экипированного, вытащить на себя, может получиться неплохой результат. Причем я стал в стену копий, копейщики смогли сдержать центр армии, затем, разбив один фланг вражеский, получилось постепенно высвободить войска, перекинуть их на более тяжелые участки, где шло сражение. И в итоге одержать тяжелую, но победу. Как вы можете увидеть, по итогу этой битвы их было где-то на 500 юнитов больше. Потери при этом у меня почти 700 человек, у них 2160 человек. Теперь, что касается эффективности. Если мы посмотрим на армию вражескую, то мы увидим, что римская армия, в принципе, у них, понятно, когорта легионеров, кого-то смогла там 137-100 юнитов убить. Но если мы посмотрим на
армию Карфагена, то, конечно же, слоны делают свое дело. Слоны делают свое дело, потому как, ну, они просто выкосили тут немерено 440 и 250, это практически 440, практически 700 юнитов выкосили только слоны. При этом потери среди пикинеров минимальные, и они больше всего урона нанесли. То есть, если вы будете играть за фракцию Карфаген, стремитесь развиваться до уровня африканских пикинеров. Это очень эффективный юнит ближнего боя. Так же, как и слоны, которыми, действуя на фланге, вы будете просто, ну, как вы видите, разносить римскую армию, с которой вы, собственно, соприкоснетесь. Вот для этого я и хочу записывать видео такого характера, чтобы можно было наглядно увидеть, что может быть эффективно. Да, там, причем все мы понимаем, что играя кампанию за Карфаген, либо же за Рим, нужно брать это в расчет, куда стремиться развиваться, для того, чтобы комфортно провести сражение без горячки, спокойненько маневрируя на поле боя и перехватывая инициативу в свою пользу. Потому что если бы я, допустим, не стал в стену копий, пошел в лобовую атаку, и они были бы на горе, так же, как они стояли, то вот эти ребята, они бы в легкую повырезали вот этих всех карфагенских гоплитов, я уверен. И, честно говоря, я не думал, что у меня получится выиграть это сражение. Но, коли так, пускай будет. Если кому-то это будет полезно, буду только рад. Комментируйте, пишите свои соображения по этому поводу. Если будут пожелания по поводу того, какие еще битвы провести, пишите. Я обязательно проведу любое сражение, которое с пожеланиями, которые вы напишете. Всем пока.